Представляем вашему вниманию электрическую цепную пилу Elitec EP2000/16P. Номинальной потребляемой мощностью 2000 Вт, с шиной 16 дюймов, шаг цепи 3 восьмых дюйма, скорость движения 13,5 метров в секунду. Масса спильной гарнитуры 5 кг. Оснащена инерционным тормозом для экстренной остановки цепи при отскоке пилы для максимально безопасной работы. В комплект поставки входит качественная пильная гарнитура, а также комбинированный ключ для ее установки и натяжки цепи. Продуманный бачок системы автоматической смазки пильной гарнитуры обеспечивает возможность легко отследить остаточный уровень масла и при необходимости долить его через удобно расположенную горловину. Специальный крюк фиксатор электрического удлинителя не позволит проводу помешать комфортной работе или попасть под пильную цепь в процессе пиления. Основные плюсы электрических цепных пил заключаются в том, что они дешевле, легче, тише и проще бензиновых. Однако есть и минусы, в частности, ограниченная мощность и наличие сетевого шнура, снижающего мобильность инструмента и вынуждающего работать в определенной близости от электрической розетки. Впрочем, при использовании в условиях недостаточной вентиляции, например, в закрытых помещениях мастерских или в зимних садах, у электрических цепных пил попросту нет альтернативы благодаря отсутствию выхлопных газов. Простая, удобная и надежная электрическая цепная пила Elitec EP2000/16P станет отличным помощником любому мастеру, знающему толк в хорошем инструменте и умеющему им пользоваться.